гостях у Елены. Приветствую вас, дорогие садоводы и огородники. Сейчас будет эхо отдаваться, поскольку я в коридоре. Это у нас два лифта, и вот там наши двери мы живем. Я, как и обещала, хочу снять вот такой замечательный цветочный уголок. Сейчас камера сфокусируется, который я сотворила вот здесь. Я везде с цветами, без них мне жизни нет. Итак, наверху у меня пеларгошечка. Вот она. Это у меня эсхинантус. Сюда я его пронесла. Дома он себя плохо чувствует, а здесь пошел очень хорошо. Очень. Видите, новые такие листы. Дальше. Это гвоздика. Друзья мои, посмотрите. Посмотрите, гвоздика начинает цвести. И вся в бутонах. Это та гвоздика, которую я выкопала из огорода. Помните, я вам говорила? Вот. Видите? Какая красота. Да, это традисканция. Видите, какая большая уже. Я тоже сюда ее вытащила из дома. Дома негде мне. Вот такая вот красота. Вот, смотрите, она вся в бутонах. Это новая. Вот эта новая масса появилась. Это появилось, когда только привезла я. Там вот маленькие еще цветочки у меня. Здесь мои шалфеи. Все виды. Не все виды. Два вида, с белой и с желтой такой вот штучкой. Один я оставила, то есть он не поместился в машине, он у нас остался в теплице. Дальше, лаванда. Посмотрите, лаванда какая. Посмотрите, бутоны пускает. Будет цвести лаванда здесь. Видите, раз, два, три, четыре. Четыре вида. Вот такая плетистая. Какая-то она такая интересная. Она уже отцвела. Видите, я обрезала обрезки, она уже отцвела красиво. Не успела я снять, но зацветет еще. Видите, она разная, я вместе с вами сажала. Она и по цветочкам, то есть по листочкам вся разная. Итак, и посмотрите, посмотрите, на Новый год у меня будет гвоздичка. Видите, я ее выкопала. Здесь для нее просто рай. Вот посмотрите на этот куст. Посмотрите, что творится весь в бутонах. Смотрите. Посмотрите, что творится. Какой куст. Весь в бутонах. Видите? Друзья мои, посмотрите, какая прелесть. Вот бутоны. Вот бутоны. Вот они прямо ломятся. Здесь уже... Ой-ой-ой, простите. Сорвала. Ну, ничего страшного, полно их других. Вот тоже. Вот-вот расцветут. Вот они. Посмотрите, сколько их много. У меня получается раз, два, три кустища. Вот так. Это, девочки, как я вам обещала. Ой, сколько бутонов. Это петрушечка. Смотрите, какая шикарная петрушка. Я выкопала куст. Вот. Еще в теплице у меня растет. И посмотрите, какая у меня здесь будет. Можно и сельдерей. Все можно. Хочу вам сказать, что здесь замечательное место. Прекрасное место. Здесь и тепло, и прохладно. Там вот батареи, бутылочки у меня там все с водичкой. Там вот две пеларгошечки. Вот такая красота. Обо всех вам рассказала. Вот эти такие красивые. Я их черенковала. Посмотрите, череночки, как хорошо пошли. Посмотрите, какая прелесть. Это чисто новый-новый куст пеларгонии. И этот. Видите, старых нет по побегам. Видите, смотрите, какие листья красивые. Вот. Здесь остался старый. Вот эти штучки я буду тоже черенковать. А эти новые, видите, один, второй и третий. Вот эти все появились. Я их тоже черенкую. Вот я недавно показывала вам удобрения. Вот этими удобрениями я поливаю. Но не поливаю шалфей, потому что я могу для мяса сорвать и петрушку. Здесь я могу полить кофе в перемешку с водичкой, значит, замоченные шелуха от лука, точно так же забиваю трехлитровую банку на одну четверть и заливаю теплой-теплой водой, ну, такой вот, ну, 50 градусов, скажем так, ну, не, чтобы не кипяток было, и настаиваю на следующий день, наливаю прям вот даже без всякого разбавления. Сначала водички, потом даю стакан вот этой водички.
а уже все остальные гвоздички, вот у меня пеларгошечки, она же должна цвести, я как бы удобряю. Вот. И не даю никакого, вот пеларгонам, пеларгошечкам не даю никакого отдыха. Здесь они у меня должны цвести. Вот сейчас хорошо они пошли. Вот. И потом уже даст, так сказать, цветоноса она. Вот. Здесь для нее прекрасно. Я говорю, вот, очень хорошо, здорово получается, выкину. По температуре хорошо тут получается. И в сильный мороз здесь 15 градусов. Здесь просто прекрасно, вот честно сказать. А когда потеплее, то... Ну, это я один раз измерял, надо измерять побольше. Планирую здесь попросить Артема, чтобы он мне сделал ящики. В общем, очень-очень хорошо хочу здесь запланировать. Что ж, друзья мои, была очень рада показать вам свой цветник вот здесь, вот на лестничной площадочке. Но это там, туда у нас лестница уходит. А здесь вот у нас так вот, три квартиры. Вот там у нас раз, два, три. Вот. Это лифт у нас грузовой и обычный. Вот такая красота. Вот я за ними здесь ухаживаю. У меня еще там вот еще есть одно окошечко, я туда тоже планирую цветочки. Вот, там тоже пеларгония, там обкусанные несчастные цветочки от буси. Горец, вот Юлечкин, Юлечка, посмотри, горец твой растет. Вот он, ой, вот он растет. Здесь ему лучше, дома ему плоховато. Вот. Так вот, короче, пострадали от буси, но горец твой не страдал от буси, другие. Ой, ой, уже открылась. Ой, ты моя, открывается. Вы знаете, здесь у меня смесь, друзья. Вот эти все, которые появились только что, они все вот, вот, вот бутоны набирают. Здесь такое будет зрелище. Я уже подкормила один раз, а потом еще раз буду подкармливать, и все будет прекрасно. Вон такая красота. Прелесть. Никак не могу уйти. Не могу уйти. Ой, ой, а когда зацветет лаванда, это нечто. Посмотрите, какая ветка. Посмотрите. Боже, боже, гвоздичка такая. Ай, прелесть. И там внизу цветники, я тоже туда высаживаю весной. Тоже как-то покажу вам. Здесь вот сначала, когда я пронесла, особенно шалфей, он был такой пострадавший. Ну да, пока они принимались. И посмотрите, сколько меленьких листочков стало появляться. Видите, вот эти вот большие, я и даже их стараюсь их, ну как бы убрать отсюда, сорвать. Вот, чтобы хорошо новые пошли. Если насушила, полно у меня есть. Так, вот я вот эти вот уберу и пусть те. Они такие вот интересные, здесь с желтым таким этим штрихами, а здесь с белыми штрихами. И, а там у меня чисто такой вот зеленый есть. Так что посмотрите, сколько бутонов у лаванды тоже набирает. Угу. Все, друзья, пойду, не буду стоять тут, а то сейчас кто-то пойдет, скажет что-то, сама с собой говорит. Ну, вот такая вот у меня, вот такой вот уголочек у меня здесь, оазис такой. Хороший и красивый. Пока-пока, мои дорогие цветоводы и садоводы. Вот переживем Новый год, Рождество, Крещение, а там начнется рассада. Сажайте гвоздику, сажайте. Сюда бы я привезла еще петунью, но нету места, нету, нужно полочки делать. С удовольствием бы она здесь тоже бы цвела, и много-много других цветов, которые Да, много других цветов, которые могут тоже здесь вот расти зимой. На следующий год, следующей осенью я вот здесь по-другому сделаю. Побольше горшков Артем мне сделает. И здесь такой вот ящик большой, чтобы в ящик мне их, а не на полу, чтобы там, а то неудобно мыть. Вот. Ну, вот так вот у меня было. Вот это все уже сделано еще с 2 года. А это только я начала делать. Вот. Так что вот так. Все, ухожу. Пока-пока. Ловите мой чмок, дорогие.